Всем привет, с вами Найк, и это PS6 Reborn. Сейчас я покажу, как установить зум-камеру для того, чтобы отдалить камеру. На одном проекте это делается в качестве редактирования одного блокнота, а у нас на Reborn придется установить кое-какую программулю. С помощью нее мы сможем, так сказать, изменить все это дело для вашей удобной игры. Давайте я покажу, как это сделать. Нужно скачать саму зум-камеру, будет в разделе для новичков, там будет этот мини-туториал. Соответственно, потом вы скачиваете, распаковываете. У нас получается вот такой вот exe-файл. И, соответственно, вся загвоздка в том, что он видит только PS6. Ярлык и PS-фан он не найдет. Смотрите, что нам нужно сделать. Мы берем, соответственно, из нашей папки с игрой, да, корневой, который экзешник мы запускаем, да, мы берем его, копируем, переносим и изменяем на PS6. Скопировали. Итак, значит, следующий этап. Запускаем PSZoom. Ищем экзешник. У нас на рабочем столе, видите, он появляется. Мы его открываем, и тут стоит по стандарту 1430. Ну, я изменяю ее на 900, по-моему. И Apply нажимаем. Применяем. И, соответственно, у нас теперь будет камера. И сейчас мы это все с вами проверим в игре, дамы и господа. И далее мы изменяем на PS Fun. И копируем с заменой. Соответственно, давайте проверим, получилось у нас или нет. Ну, вообще, в принципе, очень легко это делать, но не все знают, как корректно, потому что PSZoom, он не видит PSFan, понимаете? То есть он не видит ярлык с PSFan. Ну, я предлагаю такую версию, в принципе, немножко муторная, да, но она делается буквально пару секунд. Давайте сейчас в тренировку зайдем и посмотрим, изменилась камера или нет. Или просто хотя бы начнем какой-нибудь матч. Итак, как мы можем заметить, камера у нас изменилась. У нас, соответственно, стоит white, да, то есть normal long tag, а white, соответственно, у нас будет уже камера, которую вы выставили. Ну, пробуйте, меняйте параметры, там кому-то 900 нормально, кому-то 1000, кому-то 1200 хватает. С вами был Найкуша, спасибо за просмотр, также PS Reborn, покедова.